Ну, судя, в принципе, говорить-то мне не о чем. Мы сегодня видели одну команду на льду. Мы проиграли с рекордным счетом. Но на самом деле это не имеет никакого значения. Потому что в матчах плей-офф 1-0 ты проигрываешь, 10-0 ты проигрываешь, это все равно поражение. У нас остался последний матч. Мы выходим на равных с Акбарсом, и там все решится, кто сильнее. Ну, в принципе, мне тоже сказать нечего. Ребята сыграли хорошо, молодцы. Готовимся к следующему матчу. Вот этот результат 8 шайб, он злее вас делает команду или наоборот, скажете, плохо это все? Я не знаю, как это все обернется, потому что на самом деле мы хотели, естественно, выиграть в третьем периоде, но у нас не получилось это. Здесь очень важно понять просто, почему это произошло, задать правильный вопрос, но мне надо время просто, чтобы осмыслить это. Вы довольны тем, как они себя проявляют, или, может быть, это вы недовольны тем, что, получается, резерв, который вот есть, не свои воспитанные, так остальные. Давайте глупые вопросы не задавайте. Почему глупые? Ну, потому что глупые вопросы. Нет, хоккеисты как бы недооценивают Акбарс сегодня. Сегодня то, что ты думал. Ну, понимаете, сегодня... Я не думаю, что недооценивают. Здесь по-другому, понимаете? Просто нельзя никогда играться с шансами, которые у команды получаются. Вот получилась хорошая игра, и подумали, что как-то могут обыграть Акбарс, потому что ребята из Акбарса совершенно четко оценили сразу же слабину Уфы. И они четко показали, что ребята вышли играть там на одном коньке. Наверное, это не совсем так, но где-то это очень близко. А потом переломить ход, переломить себя, снова заставить бороться, это очень сложно. Поэтому я надеюсь, что это унижение, которое сегодня получили хоккеисты, это сработает нам на пользу. Эти вопросы вас стимулируют о том, что вам уже нашли замену, потенциал, пишут в прессе. Я только от вас это услышал. Вообще, в прессе. Давайте не о слух, пожалуйста, а вы. Это Федорович, совсем по-другому команда выглядела сегодня. Вы не в курсе? Может, они собрание какое-то провели без вас? Нет, не в курсе.